Сегодня на Новосибирском водохранилище стартовала самая крупная межрегиональная парусная регата. В ней примут участие спортсмены из Красноярска, Железногорска, Омска, Иркутска, Томска и, конечно, Новосибирска. Попутный ветер вместе с участниками ловила моя коллега Екатерина Киселева. Первый день соревнований начинаются с отложенного старта. Полный штиль. Оптимисты, кадеты, мини-лучи и их хозяева ожидают гонок на берегу. Волны пытаются разогнать юные серфингисты. Это сам. Сложно управлять? От полного штиля до ветра 3 метра в секунду. Яхты на старт выезжают заранее, путь не близкий. С помощью пампинга, взмахивания парусом, участники создают дополнительное сопротивление, набирают скорость. Судьи уже на старте. Сейчас ветер порядка 2,9. 10-минутная готовность. Владимир Коваленко, чемпион Новосибирской области прошлого года, гоняет на Фине, олимпийском классе парусных яхт. Сегодня настроен повторить победный результат. Посмотрим по местности, разложим гонку и покажем, где раки. Финны, четвертонники, летучие голландцы и 470-ники. Каждый класс стартует отдельно, по разным дистанциям. Задача – обогнуть все препятствия и максимально быстро завершить гонку. Третий дополнительный парус на яхтах называется «Спинакер». С помощью него не только ловят попутный ветер, но и добавляют ярких красок к соревнованиям. Настоящее открытие сибирских соревнований – 6 летучих голландцев. Почти все лодки родом из-за границы. Раньше были олимпийским классом. Максимальная скорость почти как у катера – 40 км в час. Управление голландцем можно назвать экстремальным, требует ловкости и сноровки. Трюк трапецию для накрена судна повторить сможет не каждый. Знания метеорологии и физики приветствуются. Ведь парус представляет собой, так сказать, такую аэродинамическую форму, примерно как крыло у самолета. И эту форму в процессе гонки, в зависимости от условий там, погодных, курса относительно ветра и так далее, надо менять, делать более плоским, более выпуклым там, и так далее и тому подобное. Для этого используется вот это множество снастей. Энтузиасты из Красноярского края восстанавливают раритетные образцы. На этом голландце в 1988 году известный яхтсмен Сергей Бородинов защищал честь Советского Союза, а в 92-м уже России. Сегодня яхта полноценный участник соревнований. Залог победы в парусном спорте – контроль над силой ветра, погодой и скоростью соперников. Все яхтсмены гораздо больше видят и понимают в природе. Они понимают, что ждать от маленького там, облачка. Они понимают, где какие порывы на воде. То есть они умеют читать и воду, и небо. Сибирская регата – это почти 200 участников из разных городов округа. Соревноваться будут до конца выходных. У каждого класса по 10 гонок. Кто в сумме окажется ниже в турнирной таблице, тот и победитель. Ведь суммируют время, затраченное на гонку. А значит, чем быстрее справился, тем лучше. Екатерина Киселева, Александр Ведерников. Новости ОТС.